Как сделать жизнь самарцев комфортнее, а управление многоквартирными домами эффективнее? За ответами на эти вопросы председатель МКД Елена Семичева пришла на очередной обучающий семинар «Мой дом», который в этот раз проходит в Кировском районе. Рассказывает, что посещает занятия не впервые, чтобы получить новые знания и внедрить их в собственную практику. Пользоваться системой ГИС ЖКХ. Потом также много интересного, что делается у нас в микрорайонах. Рассказывают многие здесь свои интересы, ну, что они сделали по дому, работают все, потому что каждый старается для своего дома что-то сделать хорошее. Тренинги для председателей МКД, ТСЖ, ЖСК и всех неравнодушных граждан второй год проходят в Самаре по инициативе губернатора Дмитрия Азарова и при поддержке городской власти. В семинарах традиционно участвуют представители администрации, госжилинспекции, управляющих и ресурсоснабжающих компаний. Они отвечают на все вопросы председателей. Вот этот формат общения, который на сегодняшний день определен главой региона, он дает позитив прямого контакта жителей с властью. Тем самым мы сами оперативно принимаем во внимание все проблемы жителей, которые они накопили у себя. Мы к этим семинарам привлекаем управляющие компании для того, чтобы они в свою очередь в рамках своих обязанностей принимали меры оперативного порядка. В этом году на обучении подробно рассказывают о системе ГИС ЖКХ, которая позволяет без комиссии оплачивать коммуналку, передавать показания приборов учета, отслеживать работу управляющих компаний, проводить голосование собственников онлайн. Также собравшимся разъясняют действия закона о тишине, а сами активные председатели зачастую делятся опытом управления многоквартирными домами. Приглашаем тех жителей или председателей ТСЖ, которые имеют практический опыт, полезный для решения тех или иных вопросов, которые иногда складываются на территории. Мы приглашаем председателей ТСЖ, ЖСК, которые в рамках владения земельным участком, выражусь так в кавычках, владением, которые могут и покажут примеры содержания придомовой территории, ранее поставленной на кадастровый учет с целью ее рационального использования. Поэтому есть еще примеры, как качественно и оперативно заменить лифт в доме. Участникам семинара выдают специально разработанные рабочие тетради председателя МКД, где есть ссылки на нормативные правовые акты и бланки образцов заявлений. Рассказывают о работе ресурсных центров. В Кировском районе их два. Там тоже можно задать интересующие вопросы и научиться пользоваться системой ГИС ЖКХ. Кроме того, в Самаре продолжает работу бесплатный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателей МКД 8 800 55 55 263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.